И если вы собрались делать утепление, сейчас объясню, как быть, если вы клеите на лепухи. Если же вы все-таки собрались монтировать плитный утеплитель на лепухи, а не на гребенку, то вам стоит прислушаться к следующим рекомендациям, так как, не выполнив вот эти маленькие советы, ваше теплотехническое сопротивление вашей оградительной конструкции не будет так выглядеть и работать, как оно выглядит в теплотехническом расчете. Смотрим. Ставим лайки. Я уже не говорю про то, что надо делать теплотехнический расчет на толщину утеплителя. Потому что это как бы неразумно. Если соседи сделали его, и вы живете с ним в одном и том климатическом поясе, то какой смысл каждый раз считать? Но это тоже не главное. Даже вот смотрите, я не говорю уже про то, что надо штукатурить эти поверхности, так как штукатурка не только влияет на, так сказать, теплотехнический расчет немного, так еще у нее есть куча качеств. Но если вы все-таки клеите пенопласт на лепух, как видим, так как везде это клеит, то делайте следующее. Вот этот зазор здесь, это плохо на самом деле. Некоторые скажут, царап не шарит, воздух самый лучший теплоизолятор, поэтому прослойка воздуха ни на что не влияет. Так я скажу, что воздух, да, самый лучший теплоизолятор, но он хорошо работает, когда этот воздух замкнутый в одном пространстве и не сообщается со средой, с атмосферой или с другими капсулами. И тем более не имеет сквозняка, как у нас в фасадах зачастую просто улетает все теплое наверх. И подписываемся. То есть этот шов, если вы все-таки клеите на лепухи, то продувайте вот этот горизонтальный шов между пенопластом и утеплителем пеноклеем. Так как пеноклей не расширяется, он не будет отдувать и оттопыривать утеплитель наружу. Но вы перекроете движение воздуха там, и не будет теплый слой воздуха сдуваться наверх. То есть надо просто продувать пеноклеем горизонтальный шов между утеплителем и пенопластом. Просто делаем соплю пеноклея и дальше монтируем. Желательно каждый ряд продувать. Но в данном объекте мы продували каждый этаж, потому что каждый ряд продувать сильно было бы жирно. Ставим лайки и пока! И подписываемся. Люминь.